Ребята, вы что-то совсем поникли. Что с вами? Сейчас же лето, пора развлечений. Да какое ж там лето? Хочу веселья, но и учиться надо. Как же я с тобой согласна. Вот бы соединить учебу и развлечения. О, говорите, соединить приятное с полезным? Можно это устроить. Чего? Да. Не спешите. Секунду. Сейчас произойдет магия монтажа. Вау, реально? Хотя опустим факт, что мы проехали 9 километров. Мы хотим сегодня провести для вас урок, но необычный. Да-да, о самом бассейне Синдбад. Урок будет более развлекательным и интересным. Кстати, в таком обычном формате проводятся уроки в нашем центре. Мы вам поможем с изучением новых слов, либо же те слова, которые вы забыли из-за жары в Ташкенте. Чего мы время тратим? Давайте помогать нашим зрителям. Давайте по порядку. Чтобы все честно попадали в этот бассейн, вам обязательно нужно пройти через этот механизм. Кстати, а вы знаете, как будет турникет на английском? Turnstile. Мы почти дошли до долгожданного бассейна, но не могли пройти мимо раздевалки. А вы знали, как будет на английском? Dressing room. А еще одно новое слово. Как раз. Эти шкафчики называются... Lockers. А как там девочки? Сегодня солнечная погода, а это значит, что пора загорать, а на английском будет sunbathing. Мы готовы. Снимите. Ребята, почему мы еще стоим? Давайте на перегонки. Пошли. Мазе, брат, скажи. Да, очень. А вы знали, как называется эта часть бассейна? Нет, даже я не знаю. Просвети меня тоже. Сейчас будет длинное слово. Hydrotherapy pool hall. Вау. И после этого, в один прекрасный момент... Привет. Представляете... Привет. А где ты потерял Бахтера? А, Бахтер? Да он же плавает на спине. Ого. Кстати, плавать на спине на английском будет back crawl. Мне нравятся такие походы от нашего учебного центра. О, вот и мой коктейль. А трубочка от коктейля будет cocktail tube. Вообще, хочу отметить, что здесь атмосферно и безопасно. А за всем этим приглядывают серьезные ребята – спасатели. А на английском спасатель будет lifeguard. А, кстати, на английском танцевать будет dancing. Выкрутился. Ребята, а вы знали, как будет вот это? Нет! Это, короче, навес от солнца. Он будет wedding wall canopy. Мы надеемся, что наш урок вам понравился. Мы правда старались. Наградите нас лайками и положительными комментариями. Думаю, мы достаточно вам помогли с изучением новых английских слов. Согласна. Но на этом мы прощаться со зрителями не собираемся. Ребята, давайте прыгнем! Давайте!